Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Продолжаю серию с интересными монетами обиходными, монетами Украины. И вот еще одна прикольная монета, 2 копейки, которая, кстати, найдена была в обиходе в Харьковской области. То есть, действительно, такие монеты можно найти в обиходе. Обязательно просматривайте свои копилки. И просто то, что у вас остались мелкие деньги дома, возможно, в кошельке. Особенность конкретно данных 2 копеек, они сейчас торгуются на Виолете. Очень интересно, за сколько же они будут проданы, потому что довольно редкие, я думаю, не больше 10 штук такие были найдены в Украине. Сейчас уже почти 5000 гривен, осталось 3 дня. Так что, если вы хотите такую монетку, обязательно зайдите, ссылочка будет в описании на этот лот. Давайте я вам сейчас покажу более конкретно, как выглядит данная монета. Здесь аверс находится от 10-копеечной монеты. Так как мы знаем, да, что первые деньги печатались на Луганском станкостроительном заводе, и была особенность, именно мелкие деньги, мелочь обиходная, была особенность того, что тестировали понсоны, пробовали разные штемпели. И вот такие вот браки, реально, даже браки, возможно, ее не уничтожили. Если, например, тестировали, да, какую-то часть сразу уничтожили, а какая-то часть осталась и была, как видите, пущена в оборот, возможно, случайно. Потому что, когда перевозились все мешки, остатки монет в Киев, да, возможно, что-то просто-напросто не туда отправили, и монеты пошли в оборот, да, так как и английский чекан монеты, которые 10 копеек, 25 и 50, они же тоже попали в обращение, скорее всего, по какой-то вот такой случайности, и действительно огромное количество их находят. Ну, данных 2 копеек, они довольно редкие. Можем посмотреть в описании состояние монеты. Конечно, состояние видно, что монета была в обращении. Действительно, очень крупные фотографии нам показывает сейчас продавец. Видно, что монета такая, конечно, бывалая, но это показывает, что действительно их реально найти в обращении. Стоит пересмотреть. Я, конечно, тоже посмотрю, что у меня есть по моим монетам. И также находят монету 2 копейки 96 года. Она тоже стоит хороших денег сейчас, до 800 гривен. И видите, собственно, комментарии экспертов по поводу редкости монеты. Вот можно посмотреть и на весах. Конечно, сейчас китайцы пытаются делать какие-то копии, но очень отличаются. У меня, посмотрите, видео есть там, где я показывал китайские 2 копейки. Вот, ну, вообще очень прикольный лот. Если вы собираете раритетные монеты Украины, советую заглянуть. Вот такой вот прикольный лот, так что участвуйте. Я желаю всем хорошего настроения и прикольных находок. Всем пока!